Хельсинки, столица и крупнейший город Финляндии, административный центр провинции Усимао. Расположен на юге страны, на берегу Финского залива Балтийского моря. Население – 655 тысяч человек. Иностранные граждане составляют около 10% населения города. Город основан шведами в 1550 году под названием Гельсингфорс. Центральный вокзал Хельсинки – мощное здание из розовых гранитных плит, с гигантскими атлантами на входе, один из самых эффектных объектов архитектуры в Хельсинки. Церковь в скале Темпеляукия построена сравнительно недавно, в середине прошлого века, поэтому привлекает не своей древностью, а необычностью. Расположена она прямо внутри скальной породы. План архитекторов братьев Суомалайнен был таков: взорвать скалу, а сверху на месте образовавшейся воронки установить стеклянный купол для проникновения естественного света в обитель. Лютеранский храм святого Иоанна на холме относится к готике, конкретно эта церковь в неоготическом стиле. Внутреннее убранство церкви также соответствует его стилю. По количеству сидячих мест, это самая большая церковь в Финляндии. Вместимость 2600 человек, высота шпилей достигает 74 метров. Внутри проходят службы, крещения, помолвки и отпевания. Старинный крытый торговый рынок 1889 года из красного кирпича. Торговая площадь – это словно продолжение рынка, вторая версия, но уже под открытым небом, прямо на берегу залива. Здесь можно купить всяческие сувениры, от фабричных скучных безделушек и магнитиков, до дизайнерских находок. Можно прикупить и шкуру оленя или меховые шапки, поделки из дерева, свежую рыбу и морепродукты, ягоды, фрукты с ферм, а также посидеть в кофейне. В центре площади установлен обелиск с двухголовым орлом. Успенский собор – это самый значимый памятник влияния Российской империи на Финляндию, и к тому же, это самая крупная православная церковь во всей Западной Европе. Собор стоит на скале, сам он из красного кирпича с золотыми куполами.
Кафедральный собор и Сенатская площадь. Кафедральный собор – это визитная карточка Хельсинки. Судя по фотографиям в интернете, это самый популярный туристический объект. Его идеальные формы, благородный цвет и почтенный возраст – более 160 лет – не может не нравиться. Это место приятное само по себе. Поднявшись наверх, можно посмотреть на город или посидеть на ступеньках.